Владивосток, 1 августа 2022 года. Здесь какие-то ремонтные работы проходят.
здесь. Зайдем, посмотрим. Старый дворик ГУМа.
На центральной площади города Владивостока продолжаются международные спортивные игры «Дети Азии».
Приморского края. With a score is 21-12, Приморский region win the first set. Thank you.
входе нас встречает коллекция настенных часов. Старинный сейф. Что-то здесь ребята снимают. Старинные мечи, наконечники стрел, небольшие ножи. Здесь какая-то керамика. Украшения. Черепица.